motherfucker. Играть. Alien Isolation. Продолжить игру. На бегу часто в опасной ситуации отвлекать. What's up, ребятки? С вами канал Alligame, Let's Play Rack. Это Alien Isolation, а мы продолжаем наши удивительные приключения по этому космическому кораблю. Корка Аполло. Райт, Корка Аполло. Немец, немец. А тут Аполло Корк. Главный вход закрыт. Я тебя не слышу, Рипли, сигнал слабый. Рикардо, вот ведь. Рикардо, если ты слышишь, найди другой способ выйти на связь. У меня что-то с наушником. Найти комнату консультации. Это в смысле? Это что? Это как? Короче, нам нужно добраться вот сюда. Сюда можно добраться вот по вот этому коридору. А к этому коридору можно добраться двумя путями. А, здесь смотри какой. Вот здесь, походу, два входа, так как тут стеночки нету. Да, смотри. Нам придется в оба входа ходить, чтобы узнать, вот здесь есть или нет. Чтобы потом понять, как нам, что, если что. Так и поступим. Окей. У нас есть поворот налево, есть поворот направо. На поворот налево открывается. Ух ты! А что это? А кто это вообще? Что ты кто вообще? Ну серьезно так. Так, подожди. Синяя дверь. Синяя дверь это что? Это дверь синяя. Это другой вход. Смотри, здесь вроде как бы безопаснее, но я смотрю, какой-то газ есть. Да, здесь газ. Сюда мы не пройдем. Так, окей, тогда нам придется идти этим путем. Так, а здесь что? Получен противогаз. Мы теперь можем идти через тот путь, потому что у нас теперь есть противогаз. Мы идем дальше. Здесь у нас был то ли робот, то ли... Смотри, мы прям... Здесь мы продвинулись дальше. Насколько большой размер наших возможностей на данный момент? Так, тем временем, что мы делали? Мы двигались дальше и обнаружили какой-то компьютер, который дофига интересный. Личная ошибка аудио. Включить аварийное охлаждение. А вот это было круто. Спасибо тебе, маленькая красненькая кнопочка. Также я чувствую, что кто-то там сверху еще, слышите, да? Прям аж кубарем покатился. Походу мы... Вот мне кажется, ящерица нифига не умерла. Вот серьезно. Это должно привести к ядру. Без электричества никуда. Так, я понял. Значит, мы нашли какую-то дырку вентиляции. Нам нужно теперь понять, как открывается. Значит, нам нужно подать электричество. Мне не нравится, как там сверху что-то очень громко топочет и бегает. Все оружие у меня отсутствует. Оружие из Epson туда и жетон какой-то нашел, смотри. Сейчас сохранимся. После того, как мы сохранились, мы попытались понять, а что, какого вообще здесь теперь надо? Что? Телевизор, смотри, какой-то телек есть. Такую фигурочку. Так вот замутить. Вот это и вот так. Кластер права... левого полушария активен. Кластер правого полушария активен. Цель обновлена. Обыскать левую панель управления. Левую панель управления. Левую панель управления. Здесь ничего нет. Алло. Что я должен здесь увидеть? Серьезно. Ладно, отправляемся дальше. А тем временем мы отправимся сейчас вот в эту сторону и посмотрим, что... Теперь нам нужно обыскать левую панель управления. Наверное, там будет электроподача энергии, чтобы что? Чтобы открыть... Это близко. Чтобы открыть вентиляцию, через которую мы проберемся к ядру. Звучит вроде бы все логично. У Аполло. За дверью собрались андроиды. Ренсома нигде не видно. Похоже, базовые параметры безопасности андроидов входят в конфликт с новым режимом противодействия угрозе и просто перестают работать. Связь пропала. Похоже, не случайно. Господи, они сейчас вломятся. Скажите Сюзанне, что я ее люблю. Хорошо, я передам. Так, теперь меня накаляет вот тот робот, который как-то нарушает все мои алгоритмы. Очень близко где-то, смотри. То ли он возвращается, то ли он уходит. Походу, он уходит. Я надеюсь на то, что он уходит. Неприятно, если бы он приходил. Офигеть, смотри, как тут круто. Вау. Ну что, он делал? Мне кажется, он где-то там остался. Спустя какое-то время мы решили все-таки вылезти из нашего шкафчика, где мы довольно-таки уже долго сидим и прячемся от андроида, который нас вроде бы как заметил, а вроде бы как и нет. Очень мрачная музыка у нас играет.
Так, если я это подключу, то наверняка доберусь до баз безопасности Аполло. Так, вот он мой шанс. Вот он мой шанс. Андроида узнать легко.